Всем привет! Сегодня у нас 14 июля 2019 года. Украина, город Кременчуг. Вот, хочу показать вашему вниманию новый сорт моей коллекции. Сорт Санта-Роса. Делал прививку в крону 2 года назад этого сорта. И в этом году получил первые плоды. Вот, хочу показать вам, какой он имеет вид, какой вес. Это американский сорт, Калифорния. Был выведен в 1906 году Лютером Бербанком. Это у меня крона в Ауче Генерал, сделана веточка. И сейчас покажу веточку, сделанную в кроне Ацарк Премьера. Там чуть-чуть больше нагрузка, конечно, была. Мы уже пробовали, сорт неплохой по вкусу, мне понравился. И там чуть меньшего размера, но там на солнце, тут в тени, там на солнце, там совершенно другой цвет у нее. Сейчас покажу. Так, а вот веточка вщепнута в сорт Ацарк Премьер. Тут было в 2 раза больше ее. Я ее тут не нормировал, решил посмотреть, какой у нее вес без нормировки. И попробовать, как бы интересно было. Сейчас посмотрим, какой вес. Вот такая вот интересная сливка. Чуть-чуть с носиком. Держится неплохо. Да, неплохо. Хорошо держится. Вот, прям рву. Вот такой вот. Вот такая интересная форма у нее. Вот такая. Сейчас нарву. Посмотрим. Мякоть очень красивая, шикарная. Вот Санта-Роса. Вот такой окрас на солнце. И сейчас сорву, покажу, какой окрас в тени. Уже расскажу более детально. Да, рвется. Трудно. Вот какая в руке красавица. Вот она, веточка получается, вщепнута. Сорт. Так, пойдем сейчас посмотрим, какой вес. Так, и тут надо сорвать. Одна вот упала. Вот такая отсюда. Опачки. Она распелая полностью. Да, тут с нормировкой, конечно, покрупнее. Намного крупнее. Вот такая с белыми точками. Она сейчас натру. Вот такая вот она на вид Санта-Роса. Красивая. Красивый плод. Так, давайте сейчас посмотрим, какой вес у них. В среднем грамм 50, наверное. Да. 50-40. Вон что ты падаешь. 51. 48. Ну, надо, конечно, не впервые вот смотреть вес. Давайте посмотрим, какая у нас цвета мякоть у этого сорта. Косточка тут плохо отделяется в описании. Сочная. Ой, сок красный. О, вот какая цвета мякоть у нее. Косточка, вот видно, отделяется плохо. Она вообще не отделяется, можно сказать. Вот такая красота. Давайте эту еще тоже разрежем. Мякоть очень красивая, ярко-красного цвета. Все так дольками нарезать, что-то украсить, просто красота. Так, и вот сейчас разрежем более спелую. Сейчас посмотрите, она вообще такая цветом, как шелковица. Да не, в принципе. Не, ну темнее, чуть-чуть темнее. Такая вот красивая мякоть. Показываю. Красного цвета. Сейчас посмотрим, попробуем, какой вкус. Сока много. Ну-ка. Да, сока валом. На ноготки. Такой сливовый.
сливовый, явно сливовый аромат. То есть не есть вот там аромат такой более какой-то салычой, связанный с чем-то. Вот это именно вот как слива. Вот сколько, смотрите, сколько. И мякоть вообще шикарная. Вкусный сорт. Блин, класс. Я думаю, кто не посадит себе этого, будет доволен. Понравится сорт по вкусу, по виду. Этот сорт еще хорош тем, что он самоопыляемый. Он хорошо вяжется, отлично. То есть я прививку сделал, хоп, завязался. То есть как цвел, так и завязался. Без потерь. То есть такой вот интересный сорт. Новый. Шкурка хрустит. Мякоть сладкая. Шкурка с легенькой кислиночкой. Та, что недозревшая, спелая, без кислинки. Очень сочная. Явный присущий, явно сливовый аромат для сливы. Ну, хорош. Сорт хороший. Я доволен, что посадил себе этот сорт. Может, плоды чуть покрупнее будут в следующие годы. То есть больше полива, лучше нормировать ее будет. Намного крупнее он. Ну, я надеюсь. Очень сочный, вкусный, сладкий сорт. Вот конкретно сливовый такой. Конкретно сливовый. Классный. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Буду снимать больше интересных видео про разные сорта. Всем спасибо за внимание. Всем пока.